Хозяину незаконного пункта приема черных металлов может грозить до 5 лет лишения свободы. Предприниматель без соответствующей лицензии организовал в промышленном районе Когалыма свой пункт приема. Заготавливал, хранил, перерабатывал и реализовывал лом черных металлов в течение 5 лет. Незаконный доход за это время составил около 9 миллионов рублей. Уголовное дело направлено в суд. Коммерсанту грозит до 5 лет лишения свободы со штрафом.